спокойно, не у себя. Ну это, ну сволочи, развели меня как плоха, понимаешь? В 80-е меня разводили, в 90-е разводили. Что сейчас разводят? Вот это да, вот я понимаю, вот подстава, а? Руками не сволочи, надо. Сволочи, вот сволочи, ну скоты. Да успокойся, виртуоз. Ольге и Максиму дали показания, так что ты здесь ни при чем. Гарри, злодей арестован, добро восторжествовало. Ты, главное, на свободе. Пока. Талант у тебя есть, так что администратора ты себе другого найдешь. Ну а Каверин, ну друг же мой был, а? Так он другом тебе и остался, старик. Ведь Каверин на самом деле этим не торговал. Он просто шел за кулисами и открыл не тот гофр. Набрал кучу фальшивых бабок и пошел к ребятам Тимура. И они продали ему героин, знаю по старым связям. Ну а потом ребята Тимура посмотрели дома повнимательнее. Ну, поняли, что деньги фальшивые, и стали разбираться. Ладно, братаны, мне все это уже не интересно. Я пошел. Не парься. А можно несколько вопросов все-таки? Потому что у меня вчера... Полина, я же тебе сказал дома сидеть. Душа моя, я тебе все уже рассказал. Пиши, что хочешь. Полина, мы сейчас плохо, ему не до тебя. Если тебе нужно интервью, я тебе за него все расскажу. И вообще, если хочешь, я тебе сам на пианино сыграю. Ты мне запорол всю мою работу.